Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Хазур говорит: когда в мир приходят пророки, то появляются люди, которые начинают противодействовать им и их общинам. Священный Коран говорит об этом. Итак, мы сделали для каждого пророка врага из грешников, но довольно владыки твоего, как наставника и помощника. Сура Аль-Фуркан, аят 32. Таким образом, Всевышний Аллах говорит, что у каждого пророка бывают противники. И эти противодействующие пророкам люди не только не хотят становиться близкими к Аллаху, напротив, они бывают грешниками. И когда грешники подвергают мучениям любимых Аллахом людей, считая, что они делают это во имя Аллаха, то они, грешники, увеличиваются в грехах. Всевышний Аллах сказал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что те, кто противодействует вам, являются грешниками. И враги религии прилагают все свои усилия в своем противодействии пророку, чтобы воспрепятствовать ему донести весть Аллаха до мира. Подвергали они мучениям и последователей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но они, противодействующие пророкам люди, находясь к ним в оппозиции и подвергая мучениям и убийствам их последователей, никогда не добивались успеха. Успех, в конце концов, всегда приходил к пророкам, а противники пророков всегда были наказаны. کی مخالفت کریں اس کے کام میں روکنے ڈالیں اس کے ماننے والوں کو تکلیف میں پہنچائیں لیکن یہ مخالفتیں یہ تکلیفیں یہ قتل مخالفین کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے آخرکار انبیاء ہی جیتا کرتے ہیں
этот аят священного Корана, который я прочитал, ниспослан в Мекке, является аятом суры Аль-Фуркан. В истории ислама есть много печальных событий, которые свидетельствуют о том, что каким бы сильным притеснением не подвергали эти противодействующие святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним и его последователей, он всегда проявлял очень большое терпение и учил этому своих последователей. Я хочу привести в качестве примера одно из этих событий. Амар, его отец Ясир и его мать Самия подвергались очень большим притеснениям. И когда их подвергали физическим истязаниям, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проходя мимо, с большой болью в голосе произнес: «О, семья Ясира, терпите! Воистину, за ваше терпение вам уготован рай». Во время этих пыток Ясир погиб и стал мучеником, а Самию ударил копьем в нижнюю часть живота Абу Джахль, и она после больших мучений тоже умерла. Противники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подвергали пыткам и мучениям его последователей для того, чтобы запугать людей, и чтобы никто не приближался к нему. Но несмотря на все эти притеснения и мучения первых мусульман, счастливые души внимали святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И когда эти счастливые души видели, что сердца последователей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, наполнены верой, они проявляли к нему еще больший интерес. Весть ислама дошла из Мекки в Медину, и ислам начал там распространяться. И весть ислама дошла до Эфиопии. Эти большие притеснения и мучения, которым подвергались первые мусульмане вождями Мекки для того, чтобы уничтожить весть ислама, стали причиной распространения вести ислама. Всевышний Аллах провозглашает, что не надо бояться противодействий, потому что они становятся причиной наставления многих людей. Всевышний Аллах является помощником и наставником, и Он наставляет и помогает, и вам Он тоже поможет. И несмотря на все противодействия, победу одержит тот, кого ниспослал Всевышний Аллах. И когда Аллах убывает угодно, Он являет свои небесные и земные знамения в поддержку пророков, и Всевышний Аллах проявляет свою мощь и силу, уничтожая грешников. И никогда никакой властитель, фараон или царь, не мог воспрепятствовать делу пророка. И всегда противодействие пророкам и их последователям становились причиной их успеха. И подобно тому, как компостная яма дает удобрение для растений, противодействие бывает полезным для общины Аллаха, и оппозиция становится причиной наставления многих людей.
Таким образом, грешники всегда противодействуют любимому Аллаху. И поэтому очевидно, что когда обетованный Мессия, мир ему, объявил о своем притязании, то согласно обычаю Аллаха, у него тоже должны были появиться противники. И они уже появились. Противники истинно издевались над ним, обетованным Мессией, имамом Махди, и время от времени подвергали мучениям его последователей. И в наше время они тоже подвергаются мучениям. И когда последователи так называемых знаменитых знающих богословов подвергают притеснению мусульман Ахмади, они думают, что они служат исламу. В предыдущем прочитанном мной аяте суры Аль-Фуркан священного Корана Всевышний Аллах говорит: «И посланник скажет: о владыка мой, воистину, народ мой, они сделали этот Коран заброшенным». Сура Аль-Фуркан, аят 31. سورة الفرقان کی اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال в этом аяте говорится о неверующих Мекке, которые отвергли священный Коран, и в нем же говорится о пришествии обетованного Мессии, мир ему, который будет призывать к истинному учению Корана и будет призывать мусульман жить в соответствии с учением Корана, и его призыв означает, что большинство мусульман забыли учение священного Корана. И когда имам времени призывает мусульман: «Придите ко мне, я научу вас мудрости и раскрою вам секреты священного Корана, чтобы вы жили в соответствии с прекрасным учением Корана и донесли это благовестие до всего остального мира», его противники начинают ему противодействовать. Таким образом, аят священного Корана, который я прочитал в начале проповеди, дает успокоение обетованному Мессии, мир ему, и его общине тем, что он называет причиной возникновения противодействия ему то, что противодействующие ему не поняли священного Корана. Но это не должно вызывать вашего беспокойства, потому что это является обычаем Аллаха, и это происходит со всеми пророками. Всевышний Аллах является наставником, и когда бывает угодно Ему, Он наставляет многих людей в соответствии с этим обычаем. Всевышний Аллах – ваш покровитель и ваш помощник. И все попытки грешников, так называемых богословов и лидеров, которые призывают простых людей противодействовать пророкам и их общинам, никогда не будут успешными. И если Аллаху будет угодно, община обетованного Мессии, мир ему, достигнет многих успехов. И какие бы усилия ни прилагали противники обетованного Мессии и его общины, и насколько бы сильными ни были их противодействия, противники обетованного Мессии, мир ему, никогда не добьются успеха. И наступит день, когда все их противодействия обернутся против них самих. И я, говорит Хузур, пятый халиф обетованного Мессии, призываю противников обетованного Мессии, мир ему, если в них есть страх Божий, боятся наказания Аллаха, которое бывает внезапным, и просите защиты Аллаха от наказания, потому что Всевышний Аллах всегда защищает любимых Ему. Таким образом, Аллах дает вам шанс для спасения. Воспользуйтесь же этим шансом. Потому что если вы последуете тому, к чему призывают вас так называемые богословы, вы испортите свою будущую жизнь. Внемлите тому человеку, который обращается к вам с большой болью и желая вам добра, который призывает вас согласно повелению Всевышнего Аллаха, а вы называете его самозванцем и лжецом, и делая это,
вы попадаете в наихудшее положение. Обетованный Мессия, мир ему, говорит, что если бы Всевышний Бог не был милосерден, вы не могли бы спастись от наказания Аллаха. Поэтому мы говорим своим противникам и тем, которые считают, что издевательство и мучение мусульман Ахмади являются благим делом, что мы, действуя в соответствии с учением обетованного Мессии, мир ему, который следовал примеру своего и нашего господина, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, считаем, что сострадание и сочувствие к вам является самым главным для нас. У нас вызывает большое беспокойство, чтобы вы не разгневали Аллаха, и чтобы вы оставили свои издевательства и противодействие посланнику Аллаха до того, как у вас не осталось бы уже никакого пути к отступлению. Не подвергайте страданиям и мучениям последователей обетованного Мессии, мир ему, думая, что вы делаете это во имя Аллаха. Обетованный Мессия, мир ему, обращаясь к своим противникам, говорит: «О спящие, пробудитесь! О невежды, восстаньте! Это время великой духовной революции. Это время плача, а не сна. Это время скорби, а не насмешек, издевательств и отрицания. Взывайте к Аллаху с мольбами, чтобы Он раскрыл вам глаза, и вы увидели, что есть мрак и что есть свет, и чтобы вы увидели тот свет, который всеблагой Аллах создал для того, чтобы уничтожить мрак. Встав поздней ночью на молитву, плача, просите у Всевышнего Аллаха наставления, и не молитесь против общины истины, желая ее уничтожения. И не стройте против нее никаких планов. Всевышний Бог не следует вашим невежественным намерениям. Он являет вам невежество ваших умов и ваших сердец. И Он помогает своему слуге, и Он никогда не позволит погибнуть тому дереву, которое Он посадил своей дланью. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы противодействующие нам поняли все это и перестали противодействовать имаму времени, и чтобы они поняли эту полную сострадание к вам весть. Принятый в Пакистане позорный и притесняющий мусульман Ахмади закон запрещает им произносить калиму «Ла иллаха илляллах Мухаммаде Расулуллах». «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, пророк Аллаха». Более того, этот закон запрещает мусульманам Ахмади даже писать калиму. И правительство в то же время от времени использует этот закон против мусульман Ахмади, угождая муллам и получая от этого политические дивиденды. Недавно в деревню Чакманла, области Саргода, пришли полицейские и приказали одному ребенку снять со стены мечети дощечку, на которой была написана калима, и после этого они унесли эту дощечку. Однако мусульмане Ахмади этой деревни снова написали калиму на своей мечети. Этот ребенок был маленьким, но он был мусульманином Ахмади. Я не знаю о том, каким образом они запугали этого ребенка и заставили его снять эту дощечку с калимой. Полицейские не стерли калиму с этой дощечки, которую снял этот ребенок. Но поскольку этот ребенок был мусульманином Ахмади, он не должен был этого делать. Я обращаюсь ко всем детям Ахмади, что если в будущем произойдет такой случай, то они должны сказать полицейским, что я не могу этого сделать, то есть снять калиму с дома Аллаха. Вы можете притеснять меня сколько хотите, но я не могу этого сделать. Если вы хотите, то снимите ее сами. Каждый старший, каждый ребенок,
каждый мужчина и каждая женщина должны оберегать эту калиму. Если полицейские хотят снять калиму, то пусть они это делают. Мы не будем препятствовать закону, но мы никогда не должны быть их помощниками в этом, чтобы в судный день калима свидетельствовала за нас, против них. Закон Пакистана говорит, что мусульмане Ахмади не являются мусульманами, и поэтому им запрещено произносить и писать калиму. Мы говорим, что нам не нужны ваши определения того, кто является мусульманином и кто им не является. Потому что Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказали, что любой человек, который произнесет калиму, является мусульманином. В хадисе говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Наилучшее поминание, которое делает человека верующим, это произнесение слов «Ла Иллаха Илляллах» – «Нет Бога, кроме Аллаха». Никто не может лишить нас нашей веры и нашего ислама». Всевышний Аллах говорит в священном Коране: «И не говорите тому, кто предлагает вам мир, ты неверующий». Сура Ан-Ниса, аят 95. Мусульмане Ахмади, по благословению Аллаха, уверовали в Аллаха, Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Его Коран. Мусульмане Ахмади верят во все столпы веры и во все столпы ислама. И мусульманин Ахмади не просто мусульманин, а он является истинным верующим, потому что он, выполняя повеление святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приветствует миром имама времени и вошел в лоно его общины. В случае с калимой, похожий на тот, о котором я рассказал, произошли также и в других пакистанских деревнях. Так, например, в деревне Чак-Шамали, в той же области Саргода, тоже произошел случай, связанный с калимой. В эту деревню пришли полицейские, и глава местной ахмадийской общины закрылся в мечети и сказал, что в мечеть могут войти только полицейские в форме, и никто, кроме них, не может войти в мечеть. Он был пожилым человеком, и у него было больное сердце. Но он с большим мужеством сказал, что если кто-то войдет в мечеть, то только через его труп. Имя этого человека – Малик Атам Мухаммад Сахиб. В это время он постоянно произносил калиму, и в конце концов полицейские ушли, не тронув калиму в мечети. Амир Ахмадийской общины Саргоды написал мне, что после того, как полицейские ушли, состояние Малика Ата Мухаммада ухудшилось, и он пошел домой, непрерывно произнося калиму. Дома с ним случился сердечный удар, и через некоторое время он умер. «Инна лиллахи ва инна илляхи раджун». «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю». Вчера, говорит Хузур, мы прочитали по нему за упокойную молитву. В настоящее время противодействие ахмадийской общине в Пакистане достигло своего пика. И поэтому все мусульмане Ахмади должны молиться за своих братьев в Пакистане. И мусульмане Ахмади, живущие в Пакистане, должны молиться о спасении Пакистана, чтобы он продолжил свое существование. Так называемые богословы запутали людей в Пакистане, и они не понимают, что есть истина и что есть ложь. Некоторые из них являются грешниками, о которых говорится в прочитанном мной в начале проповеди аяте Священного Корана. И они являются правыми руками так называемых богословов, и никогда не исправятся.
Но среди тех, кто притесняет мусульман Ахмадий, есть и наивные, малограмотные люди, которые имеют мало религиозных знаний, и они верят всему, что говорят эти богословы. Пусть Всевышний Аллах даст им разум, чтобы они поняли истину. По благословению Аллаха, есть много благодетельных людей с чистой душой, которые не хотят иметь ничего общего с действиями этих пакистанских мул. Эти люди должны избавиться от своей трусости и возвысить свой голос ради спасения своей страны. Пакистанские мулы думают только о себе. Им нужен минбар только для того, чтобы они, стоя на нем, вводили в заблуждение свой народ. Этим же занимаются и политические деятели в Пакистане. Экономическая ситуация в Пакистане очень плохая. И об этом ежедневно говорится в телевизионных программах и пишут газеты. Никто не думает о простых людях. В Пакистане постоянно происходят теракты, но никто не задумывается над тем, почему это происходит. Ежедневно от этих терактов погибает 10-15 человек, а иногда даже больше. На Пакистан обрушились также и стихийные бедствия, но никто не задумывается о причинах этого. Недавно озеро Хунза вызвало большой страх у людей потому, что уровень воды в этом озере повысился настолько, что оно вышло из своих берегов и, разлившись, соединилось с другими озерами и затопило многие деревни. Никто не знает причину этого явления, и ни один прогноз о том, когда это прекратится, не оправдался. Вода продолжает прибывать, и люди вынуждены покидать свои дома, подниматься все выше и выше в горы, а вода следует за ними. Высокогорное Каракорумское шоссе, соединяющее Пакистан и Китай, тоже уже затоплено. Другие, более мелкие дороги тоже затоплены. И вода распространяется с такой силой, что уже даже прекращены все спасательные работы. Затруднены спасательные операции и с помощью вертолетов. Задумайтесь над тем, что происходит. Вода поднимается все выше и выше, и существует угроза, что будет разрушен водослив, и никто не может даже предположить, что при этом произойдет и какими последствиями это грозит. Но никто не задумывается о том, в чем заключается причина всех этих бедствий и несчастий, обрушившихся на Пакистан. Их беспокоит только одно – произносить грязные слова в адрес мусульман Ахмади, уничтожать калима и убивать мусульман Ахмади. Пакистанские мулы призывают убивать мусульман Ахмади, но эти смерти мусульман Ахмади от рук этих убийц являются одним из видов мученической смерти, потому что они гибнут во имя Аллаха и его пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Их убивают, несмотря на то, что они говорят «Ла илляха илляллах». Нет Бога, кроме Аллаха. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Разве ты раскрыл его сердце, чтобы узнать, находится ли калима в его сердце, или ее произносят только его уста?» Сподвижники Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не знали, есть ли калима в сердце человека, или ее произносят только его уста. И даже Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который получал наставление от Аллаха, не знал, есть ли калима в сердце человека, или ее только произносят его уста. А эти пакистанские мулы знают. В эти дни случилась еще одна мученическая смерть мусульманина Ахмади, уважаемого Хафиз Ахмад Шахир Сахиба, который жил в Караче в районе сада Икбала. Когда он, закрыв свою аптеку в половине первого ночи, возвращался домой, к его виску приставили пистолет и застрелили, сделав его таким образом мучеником за веру. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджун». «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся».
Ему было 48 лет. Он был очень активным членом общины и проявлял большой интерес к чтению священного Корана и всегда участвовал в конкурсах по чтению Корана. Он был человеком с чистой и доброй душой, готовым пожертвовать ради Ахмадията всем. У него осталась мать, жена, две дочери. Курут-уль-Айн, 19 лет. Туба, 14 лет. И сын Фаик Ахмад, 17 лет. Пусть Всевышний Аллах даст терпение его матери, его жене и детям. И пусть Всевышний Аллах возвысит его степенью в раю. Как я уже сказал, все эти притеснения, все эти мучения и все эти убийства происходят по указке мув. Я уже сказал выше о том, какое определение мусульманина дал Всевышний Аллах и его посланник. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А что касается убийц мусульман Ахмади, то Всевышний Аллах говорит о них в Священном Коране. А тот, кто убьет верующего намеренно, то воздаяние его – гиенна. Он в ней, долго пребывающий. И разгневался Аллах на него, и проклял он его, и уготовил ему кару великую. Сура Ан-Ниса, аят 94. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. Хорошо, что касается мусульман Ахмади, то они не считают их мусульманами. Но почему они убивают друг друга? Почему каждый день в Пакистане происходят убийства? Пакистанские муллы должны задуматься над тем, что призывающий к преступлению подобен совершающему преступление. Мы оставляем решение этого вопроса на суд Всевышнего Аллаха. Мы всегда проявляли терпение и будем проявлять его и в будущем. Всевышний Аллах говорит о мучениях в Священном Коране. И никоим образом не считайте тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Напротив, они живые. У владыки их они наделяются. Сура Али Имран, аят 170. Таким образом, милость Всевышнего Аллаха к мученикам продолжается и в будущей жизни. И Аллах обещает, что их судьбой будет вечная жизнь. А что касается противников истины, то Всевышний Аллах говорит о них в Священном Коране. И вы делаете пропитание ваше тем, что считаете вы истину ложью. Сура Аль-Вакия, аят 83. «О мулы Пакистана, вы сделали отрицание обетованного Мессии, мир ему, средством своего пропитания. Политические лидеры тоже сделали отрицание обетованного Мессии, мир ему, средством своего пропитания. Они забыли истинного Вседарующего, которым является Аллах, и они сделали отрицание обетованного Мессии, мир ему, средством своего пропитания. Побойтесь же Аллаха и задумайтесь над этим. Вместе с ростом ахмадийской общины растет и противодействие ей. Как я уже сказал, в соответствии со словами Всевышнего Аллаха, у каждого пророка были противники, и поэтому у обетованного Мессии, мир ему, и его последователей должны были быть противники, и они есть. И там, где есть Ахмадият, там появляется и противодействие ему. جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ
Как я уже говорил в предыдущей пятничной проповеди, в Египте Ахмадийской общине оказывается очень сильное противодействие. И в число противодействующих общине вошли и некоторые официальные органы власти Египта. Они заключили под стражу некоторых мусульман Ахмади, и одним из обвинений, выдвигаемых против них, заключается в том, что мусульмане Ахмади, упаси нас Аллах от этого, верят в то, что обетованный Мессия, мир ему, является печатью пророков. Наша вера заключается в том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является наилучшим пророком, и после священного Корана не может быть никакой законодательной книги от Бога. Таким образом, притязание Мирзы Гулама Ахмада, мир ему, основывается на том, что он во всем подчинялся и следовал святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будучи его верным и искренним слугой. Он говорит: «И Бог не спаслал меня потому, что в настоящее время я являюсь самым горячо и искренне любящим святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Я обращаюсь к тем невежественным людям, которые, закрывая глаза, верят в то, что говорят так называемые богословы. Но они должны сами постараться понять весть Ахмадията и внимательно рассмотреть притязание обетованного Мессии, мир ему, и только после этого выдвинуть против него обвинение, если они смогут это сделать. Они должны выслушать позицию Ахмадията, но они не готовы выслушать нашу позицию. И не слушая нас, они постоянно принимают односторонние решения. Надо страшиться и бояться гнева Аллаха. Надо посмотреть на то служение обетованного Мессии, мир ему, которое он совершил ради ислама. Пусть они посмотрят на те сильные чувства любви и преданности к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которые испытывают мусульмане Ахмади. Если они не сделают этого, то они станут грешниками в глазах Аллаха, и те люди, которые принимают односторонние решения, будут судимы Аллахом. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Мы видим тех людей, которые утверждают, что они являются знатоками ислама и очень хорошо знают религию пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, лентяями и похожими на животных, которые постоянно жуют свою жвачку. Они своими утверждениями и своими писаниями ничем не помогают истине. За исключением очень немногих людей, большинство богословов всегда испытывают ненависть к людям истины. Никогда не было такого, чтобы они, слыша истину, не поднимали бы шума. Они не знают, что такое истина и что такое правда. Они, не удерживают себя от смуты и смешивают истину с ложью. Они своей несправедливой критикой вводят людей в заблуждение. И как я уже сказал, говорит Хузур, среди них есть такие, которые утверждают, что мусульмане Ахмади считают обетованного Мессию, мир ему, печатью пророков. Упаси нас Аллах от этого. Их утверждения являются ложью и голословными обвинениями. Этими ложными обвинениями они возбуждают ненависть невежественных и малознающих людей против мусульман Ахмади. Продолжаются слова обетованного Мессии. Они считают человека, которого Всевышний Аллах ниспослал для исправления людей, скрывающимся искусителем. И они считают верующего неверующим. И они следуют только по стопам лжи, и их языки постоянно произносят слово «кафир», «неверующий». И они не знают, что такое служение религии. Они смешали истину с ложью. И они намеренно измышляют против нас ложь.
Это очень большая беда для религии святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И большинство нынешних богословов отошли от веренного им религии истины и стали врагами истины и попали в объятия лжи. Вместо того, чтобы защищать истину от лжи, они защищают ложь от истины. Они не ценят Всевышнего Аллаха так, как Он этого заслуживает. Будучи враждебными истине, они помогают неверующим, и при этом они убеждены, что основываются на истине. Однако они идут по пути гибели. Они думают только об удовлетворении своих плотских страстей. И они не размышляют, и слыша истину, они настолько не повинуются ей, словно они призываются к смерти, и они отрицают ее. Мир изменчив, и время вероломно, но несмотря на это, они страстно любят этот бренный мир, и их деяния дома и на людях различны. Обетованный Мессия, мир ему, привел пример, в котором говорится, что однажды один уважаемый богослов читал проповедь, и в своей проповеди он говорил о пожертвованиях. Его жена слышала эту проповедь, и его очень эмоциональная проповедь произвела на нее большое впечатление. И придя домой, она протянула ему свои украшения и сказала, что она жертвует эти украшения. Он спросил, что это значит. Она ответила, «Ваша проповедь, в которой вы призывали совершать пожертвования, произвела на меня сильное впечатление, и поэтому я даю вам свои украшения в качестве пожертвования». В ответ этот богослов сказал, «Это было сказано не для тебя, а для всех остальных». Делающий на показ вызывает у нас слезы. Они хорошо знают, что смута неверующих распространяется в мире, и религия ислам является их целью. Хузур говорит, смелость неверующих, и особенно в Европе, растет. На веб-сайтах и в газетах распространяются материалы, порочащие святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В Пакистане недавно был закрыт сайт Facebook, на котором был размещен безобразный материал против святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Почему это происходит? А потому, что они знают, что у мусульман нет единства. И что вы ни сделали, противники ислама, мусульмане, не смогут проявить своего единства. И среди мусульман есть такие, которые готовы продаться врагам ислама, но они не готовы помогать имаму времени, который является лучшим борцом и который пришел для защиты ислама. Обетованный Мессия, мир ему, говорит, они хорошо знают, что смута неверующих распространяется в мире, и религия ислам является их целью. И она оказалась втоптанной в грязь ногами порочных людей, а они продолжают спать, подобно невежественным людям, и они не проявляют никакого сочувствия и сострадания своей вере. Они слышат вызывающие боль слова против ислама, но проявляют свое полное безразличие, и они не встают на защиту ислама, проявляя свои лучшие чувства. Они ведут себя подобно беременным женщинам, но они не беременны, и они проявляют лень и беспечность в том, чтобы делать добро. И в них нет ни одного качества трудолюбивых людей. Но посмотрите, какую прыть они проявляют для удовлетворения своих физических потребностей. И какую особую прыть они проявляют для удовлетворения своей похоти и страсти. Таково состояние наших так называемых богословов. Неверующие всеми силами стараются уничтожить ислам. И все их совещания посвящены этому. И они не прекратят этого делать.
И это то состояние, в котором пребывают нынешние исламские богословы. Обетованный Мессия, мир ему, описал с большой болью. И он ясно сказал им, что они должны сделать для ислама, и что они делают. Обетованный Мессия, мир ему, не только обвинял исламских богословов в том, что они ничего не делают для защиты ислама, но он сам написал больше 80 книг, защищая ислам. Обетованный Мессия, мир ему, пытался указать богословам путь истины. И он доказал превосходство ислама над всеми религиями. Он укрепил любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в сердцах своих последователей, объяснив им высоту того положения, которое он занимает. И всю свою жизнь он посвятил утверждению в мире единства Аллаха. И он приложил для этого очень большие усилия. И оставил после себя общину своих последователей. И эта община продолжает распространять его миссию в мире. Каждый справедливый человек признает его подвиг великого служения исламу. Я сейчас приведу несколько примеров того, как выражали свои чувства некоторые неахмади после смерти обетованного мессии, мир ему. Известный мусульманский лидер Абу Ал-Калам Азад, который не был мусульманином Ахмади, после смерти обетованного Мессии, мир ему, написал: «Несмотря на несогласие с некоторыми притязаниями и верованиями Мирзы Сахиба, после его смерти образованные и просвещенные мусульмане почувствовали, что их покинул великий человек. И великолепная защита ислама от неверующих закончилась с уходом этой личности. Он отличился тем, что отразил нападки противников ислама, исполнил свой долг как победоносный борец. Мы вынуждены открыто признать, что его великое движение, которое на протяжении долгого времени наносило нашим противникам поражение за поражением, и в будущем продолжит это победное шествие». Хузур говорит: «Это его мнение, и он не знал, что эта община создана самим Аллахом, и те сокровища, которые Всевышний Аллах даровал обетованному Мессии, он передал нам, и эти убедительные доводы и аргументы вынуждают умолкнуть противников ислама. Его книги, раскрывающие ошибки христиан и индуистов, ариев, получили широкое признание, и они не нуждаются в каком-то особом представлении. Мы от всего сердца должны признать заслуги его книг перед исламом. Мы не можем забыть того времени, когда ислам со всех сторон подвергался нападкам противников ислама. И мусульмане, которые должны были защищать ислам, по причине своей греховности были очень слабы и были бессильны что-либо сделать в защиту ислама. Мусульмане обязаны были защищать ислам, но по причине своей греховности ничего не могли сделать, и только обетованный Мессия, мир ему, встал на защиту ислама. Весь христианский мир обрушился на ислам, и они хотели загасить пламя свечи ислама, считая его препятствием на пути распространения христианства. И этим, осуществляющим атаки на ислам, помогали лучшие умы, и им оказывали материальную помощь очень мощные силы. То есть христианским миссиям помогали лучшие умы и материальные ресурсы великих держав мира. В то время, как другая сторона, то есть мусульмане, была очень слабой, и против пушек христианских миссионеров у них не было даже стрел. Христианские миссионеры пришли со своими пушками, то есть со своим богатством, со своими книгами и со своими доводами, а у мусульман не было даже стрел для защиты. У мусульман не было ни средств нападения, ни средств защиты. До Мирзы Сахиба у мусульман не было никаких средств защиты, но с его приходом мусульмане начали защищать ислам, и большую часть этой защиты осуществил Мирза Сахиб.
Хузур уточняет, не большую часть защиты, а всю защиту осуществил Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Обетованного Мессию, мир ему, не только восхваляли мусульмане, но его боялись не мусульмане. Он был великим полководцем ислама. Его учение остановило распространение христианства не только в Индии, но и в африканских странах. И христиане признали, что Ахмадийская община, которая использовала новый способ проповедования, остановила распространение ислама в Индии и в Африке. Приведу только два примера. Священник американской миссии по имени Виведгар написал: «Та помощь, которая пришла в Рупопор, город в Сьерра-Леоне, посредством Ахмадийской общины, привела к тому, что вокруг него образовалось очень крепкое укрепление, и благодаря этому ислам добился больших успехов, защищая ислам от христианства. Например, в городе Камия мы были вынуждены закрыть из-за этого свою миссию». Профессор университета Ганы Вильямсон в своей книге «Христос и Мухаммад» пишет: «На севере Ганы, кроме католиков, все христианские общины оставили этот район для последователей Мухаммада. На юге Ганы, в городах Шанти и Голд-Коста, распространяется христианство. Но в некоторых южных районах, особенно на побережье, Ахмадийская община добилась великих успехов. И наша надежда на то, что Голд-Коста станет христианским городом, находится в опасности. И мы думаем, что это очень большая опасность, потому что большинство образованных людей принимают Ахмадият. И это положение бросает нам открытый вызов. Но пока мы не знаем, что одержит победу в Африке, крест или полумесяц». Хузур, пятый халиф обетованного Мессии, говорит: «Иншаллах, если Аллаху будет угодно, победа будет за полумесяца». Посмотрите, какая боль содержится в словах обетованного Мессии, мир ему. «Отдых для меня заключается в том, что я ежедневно работаю ради ислама, чтобы доказать преимущество Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его учение, то есть священного Корана. Я не боюсь того, что меня называют кафиром, неверующим, и меня не это беспокоит. Для меня достаточно того, чтобы мною был доволен Всевышний Аллах, который послал меня в мир. Я ощущаю радость и удовольствие от того, что я показываю всем людям то, что открыл мне Бог. И моей обязанностью является передать людям то, что дано мне Аллахом, чтобы они тоже участвовали в этом призыве Аллаха, подобно тому, как были призваны люди в начале мира. Чтобы выполнить это дело, я готов на все, и я приложу для этого все свои усилия и надеюсь, что Аллах не оставит без внимания мои молитвы, и Он поможет осуществиться всем моим чаяниям и надеждам». Можно ли обвинять такого человека в том, что он, упаси Аллах, объявил себя печатью пророков и ставил себя выше святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Только мы, мусульмане Ахмади, поняв учение обетованного Мессии, мир ему, поняли истинный смысл калимы «Ла илляха илляллах, Мухаммадар Расулуллах». «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, пророк Аллаха». И только мы, мусульмане Ахмади, понимаем истинный смысл того высокого положения, которое занимает печать пророков, то есть святой пророк Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Время от времени так называемые богословы возбуждают страсти мусульман ради получения собственной выгоды. Глядя на все это открытыми глазами,
Мусульмане и Ахмади должны сами проверить истинность слов мусульман Ахмади. Что касается мусульман Ахмади, то мы можем пожертвовать своей жизнью ради калимы, но мы никогда не откажемся от нее, потому что мы понимаем ее истинный смысл. Защита калимы от стирания, заключение из-за калимы под стражу и мученичество мусульман Ахмади ради калимы, все это приведет к тому, что эта калима будет свидетельствовать перед Аллахом за нас о том, что мусульмане Ахмади являются теми, кто произносит калиму, понимая ее истинный смысл. И эта же калима будет свидетельствовать против притеснителей и убийц о том, что они притесняли и убивали мусульман Ахмади намеренно. Мы рады тому, что Всевышний Аллах сообщает нам благую весть о вечной жизни. Что касается мучеников, то они получили благовестие о будущей жизни, и мы все проявляем и будем проявлять стойкость в своей вере, и благодаря этому мы стали снискавшими любовь Аллаха. И никогда не позвольте умереть в себе этому духу стойкости в своей вере, и пусть Всевышний Аллах поможет нам в этом. Сегодня, после пятничной проповеди, мы прочитаем заупокойную молитву по погибшим мусульманам Ахмади. И в этот список включен Малик Ата Мухаммад Сахиб и наш брат, мусульманин Ахмади из Египта, Ахмад Мухаммад Хатим Хальми Шафи, который умер в молодом возрасте 22 лет от болезни почек. Он был старшим сыном доктора Мухаммада Хатим Сахиба и внуком покойного Хильми Шафи Сахиба, которого, надеюсь, знают все мусульмане Ахмади. Он вместе с четвертым халифом обетованного Мессии, Хазратом Мирзой Тахиром Ахмадом, вел на MTA в спутниковом канале Ахмадийского мусульманского телевидения программы «Встречи с арабскими друзьями». Ахмад Мухаммад Хатим Хальми Шафи был инвалидом с детства. И всю свою жизнь он провел в инвалидной коляске, но он переносил свою болезнь с большим терпением. Он часто говорил своей матери: «Я все вытерплю, поэтому не надо волноваться». Ее мать сказала, что она удивлялась тому, какое терпение он проявлял. И когда его болезнь усилилась, его близкие стали успокаивать его, а он стал успокаивать их, говоря, чтобы они не беспокоились. Его мать рассказывала, что он был самым послушным из всех детей. Его отец, доктор Мухаммад Хатим Сахиб, в настоящее время находится в тюрьме, в числе тех мусульман Ахмади, против которых были выдвинуты ложные обвинения в том, что они считают обетованного Мессию печатью пророков. Доктор Мухаммад Хатим Сахиб является главой Ахмадийской общины Египта, и он находился в тюрьме, когда его сын умер. Несмотря на то, что Ахмад Мухаммад Хатим Хальми Шафи был инвалидом, он закончил университет и получил сертификат специалиста по бизнесу. Он постоянно учился, закончил компьютерные курсы. И у него было большое желание работать в общине, как и его дедушка. Он поддерживал с общиной очень хорошие и тесные связи. Он дважды участвовал в Джалса Салана и ежегодных собраниях Ахмадийской общины. В течение нескольких дней он был подключен к аппарату диализа, искусственная почка. Его мать рассказала, что, умирая, он постоянно повторял слова священного Корана. «Воистину, первый дом, который установлен для людей, несомненно, тот, что в Бекке.
Сура Али Имран, аят 97. И перед смертью он произнес: «Лабейк Аллахума Лабейк, я пред тобой, Аллах, я пред тобой». Когда он умер, его отец не смог присутствовать на его погребальной молитве и похоронах, потому что он заключен под стражу на пути Аллаха. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю и даст терпение его родителям и родственникам. И пусть Всевышний Аллах убережет каждого мусульманина Ахмади от всякого зла. Аминь. وہ تو شامل نہیں ہو سکتے ان کے جنازے میں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور والدین کو اور عزیزوں کو سپر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر